О, какой у нас ливень! 3 часа дня. Биробиджан, ливень. Думаю, дай сниму. У меня уже сетка здесь, я уже здесь не вытаскиваю. И прямо на помидоры льет, вливает. Потом вытру все, ничего страшного. Вот так вот. Вчера денечек побыл, сегодня опять. Льет как с ведра. Ой, я раздетая, хоть бы не отсветиться, елки-палки. Хожу дома нагишом, жарковато было. Вот это да. Аудиокнигу слушала. Как лупанул дождь. Ужас, ужас. Сейчас нальется опять много воды. У нас не перестает дождь уже который месяц. Вот эту всю неделю лил. Ну, то сильно, то не сильно, то солнышко. Вчера немножечко пасмурно было. Позавчера вроде лил, потом солнышко один денек был, и вот так вот. Но я целую неделю никуда далеко не хожу. Рядышком сбегаю. Дела. У меня столько всего накопилось. Сейчас я дома сижу, у меня много дел накопилось. Я уже хочу сделать, подтянуть все дела. Все порассадила. Мои помидорчики, огурчики уже цепляются за веревочки. Рассадила, чтоб не пустовала у меня лоджия. Подсеяла еще укропчику. Вот у меня сколько их тут. Все, что могла, все старые, все горшки пособирала. Под томаты пойдет. Какая разница. Везде укропу понатыкала. Пусть растет. Вот сколько у меня горшков. О. Сюда выставила фиалочки. Освободила маленько. То дома совсем все было натыкано, некрасиво. Потихонечку делаю, чтобы красиво было. Вот бегония потихоньку набирает силу. Розочка такая у меня расцвела. Это красная с такими штрихами темными. А другая вот это высокая, она кремовая. Не знаю, будет она цвести или нет. Не знаю. Это у меня гортензия домашняя. Столетник с мятой. Это хризантемки, они будут цвести только. Надо мне вот этот немножечко тоже обвязать, уже сыпется, как его обвязали, все сыпется от солнца. Надо обвязать. Вот львиный зев. Сюда поставила. Вот этот цветочек. Укропчик скоро зацветет. Я уже много срезала, и в супы кладу, и картошку посыпаю. Поэтому я еще немножко подсаживаю.
Вот как полила. Подзалило капитально. Я тряпками сейчас пособираю. Знаешь, сетка на сетке. Это базилик. Тоже полила его. Чтобы так. Там у меня на вешалочке. И нижнее мое белье висит, не буду захватывать. Вот все. Прекратился дождь. Сделала здесь, чтобы были одни фиалочки. Посмотрю по погоде, как это будет. А тут вот такой завал был всего. Все надо под руку, все ножницы, то удобрение, что-то все валялось. А это я вот обрезала этот. Как он называется-то? Орхидейка все цветет и цветет без конца и края. Ну, азалия, конечно. У меня два штучки. Уже им 13 лет. Я рассаживаю. Вот налилось на пол. Сейчас буду убирать. Тут линолеум, мне страшно. Да, на балконе. Вчера давай немножко там убирать по углам. Все собираю. Женское счастье не хочет цвести. Значит, у меня его не будет. Женское счастье. Лопнул так горшок от солнца. Пока не буду убирать. Пусть пока поставила вот в чашечку. Ну, так пока стоят. Потом поубираю вот эти вот подставки. Пока стол убрала, здесь фиалки были. Ну, пусть они там на улице будут. Маленько распушился. Я его вот так пересадила в большой. Такой большой, наверное, ведра 4. Тут никак не больше земли. Драцена это. Пальма зовут драцена. Подставка шелушится. Уже такая старенькая. Уже тоже 13 лет от солнца. А декабрист он так и не цветет. Уже года 3 стоит на одном месте вот так. Он зацветет, сразу опадают. Было в прошлом году цветочек. Все углы выдраила. Все, лазила вчера здесь все с этим, чуть ли не с носовым платочком, чтобы в уголках все, потому что неровно. Ну вот как-то так убиралась. Вот так. Забот много. Надо много чего сделать. Все, что в моих хотя бы силах. Кондиционер еще пока не включала. Ну, хожу раздетая, да и все, что у меня одной. Темные шторы убрала, и как-то лучше на светлом плетутся растения красивее. Вот булочку вытащила я. Вот я ее с заморозки вытащила, вот она мягкая. Хорошая булочка. Завтракала сегодня, вот она уже лежит. Одну съела, вот одну. Видите, с заморозки мягкая. Конечно, если она пролежит несколько часов открытая, если хотя бы ее чем-то накрыть чашкой, она долго будет мягкая. Если, конечно, день пролежит, конечно, она маленько подсохнет сверху. Ну, булочка мягенькая, хорошая. Уже доедаю. Очень хорошо замораживать стряпню. А это вид с окна кухни на мои огурчики. Пока не выбрасываю. Засохли и стоят. Они могут хоть сколько стоять. Но, конечно, когда много пыли накопится, то выкинуть надо будет. Вот. Пока свежие не будут, стоят нормально, красиво так. Гортензия садовая. Ну, это вот не очень надо вытащить, это не очень. А вот эти хорошо сохранились. Конфеты убывают потихоньку, потихонечку. Я с булочкой так вот беру конфетку с булочкой вместе в прикусочку. Но убывают.
Хватит. Пока-пока. Хотела еще сделать дефиле туфелек, босоножечек, которые лежат по несколько лет. Не знаю, решусь или нет. Вот и все. Дождь прошел. Все. Небо, правда, затянуто, но солнышко так спокойненько. Мне Наташа прислала прогулку с Гретой. Я сюда хочу вставить. В самом конце посмотрите, как Грета бегает по водоему, как она гуляет. Я узнаю места, по которым Наташа ходит, свои три тополя там. Как-то скучаю все равно немножечко, те, что там. Пробыла почти 5 месяцев. Хорошая Грета наша бегает, такая веселая, шлепает. У нашей все нормально, все хорошо. Наташа сказала, все нормально, у Владюши, у Наташи все идет нормальненько. Слава Богу, дай Бог. Сегодня уже какое? Сегодня суббота. Какое? 24-й или 23-й, я не знаю, июня. Не посмотрела. 24-й, наверное. Вчера не снимала. Вчера столько дел было. Лазила все углы, вылизывала. Потому что такого нет хорошего, чтобы, знаете, без дырочек все застелено, как положено, линолеум. Линолеум стал ссыхаться и вытаскивается из-под плинтусов. Ну, в общем, надо. Вот я почти маленькой тряпочкой, с ножом, с такими приспособлениями все везде выколупываю. Диваны отодвигаю, комод отодвигаю, везде лажу. То у меня раз в месяц так. А то швабры шваброй. А углы-то надо выгребать. И много дел делаю. Стираю. Вот тут не было воды. Сейчас вот буду стирать. По очереди одно, второе, шторы, тряпки, накидки, свои одежды по очереди. Все перестирываю. Все. Раз-два одеваю, сразу поласкиваю. Но сушить-то ведь надо. По очереди. Ну, на этом вроде бы все. Пока-пока. Где-то.